Ну чё, ребята, время максимально пошуметь, и в честь этого я разыгрываю 250 рубасиков на ваш киви-кошелёчек. И, ребята, для того, чтобы выиграть в этом конкурсе или хотя бы принять участие, нужно, чтобы на этом ролике набралось 717 комментариев, и тогда через 24 часа в своей группе ВКонтакте я буду подводить итоги. Ну а теперь приступаем к ролику. Приветствую подписчиков моего канала, у микрофона, как всегда, Бог, и мы на сайте шанс.gg. И на этом сайте у меня лежит Драгонлор, и также есть куча других интересных плюшечек, про которые я сейчас собираюсь максимально простым языком вам рассказать. Во-первых, это моя рефералочка, по которой уже зарегистрировано 314 человек. Друзья, и вы тоже можете принять участие, потому что, вводя вот этот вот промокодик, вот сюда, вы получаете $0.5 на баланс, и вы сразу можете вывести или поиграть. Три топора. Бог, три топора. Запоминайте, ребята, промокодик будет в описании, в закрепленном комментарии. Также переходите по этой ссылочке специальной, и промокодик у вас сразу активируется. Короче, вся халява в описании, сайт достаточно годный. Я вам так скажу, ну, согласитесь, на говносайте я бы не смог поднять Драгонлор. Мне кажется, что это судьба сегодня нам, ребята, с вами пожестить. Сегодня показать какое-то мясо, грязь, пушку, бурю. Ну а сейчас также еще я вам хочу рассказать про систему кейсов. Ведь в системе кейсов, ну, мне кажется, такой плюшечки нет на других сайтах. Здесь за то, что ты качаешь уровень, то есть выводишь скины, которые ставишь, выигрываешь, у тебя прокачивается уровень. За каждый уровень тебе дается кейс. Вот я уже прокачал свой уровень до 42-го. Видите, мне далось, кстати, неплохо, плюс ножик, у меня далось 42 кейса. Что будет, если вы дойдете до последнего? Да, в принципе, ничего, будет только то, что вам даст самый максимальный кейс, в котором лежит вот такой вот сочный куш. Тут все расставлено по процентикам, и, в принципе, говна здесь как такового нету. То есть $5-6 там 100% вы заберете. Но, смотри, даже сейчас на начальных этапах вы можете открывать любой кейс. То есть вот у меня есть 41 кейс, давайте его откроем. Но прикол в том, что здесь можно открывать только один кейс за сутки, ребята. То есть больше здесь не... Чё летит? Чё летит? Ай-яй-яй. Летел жесткач, просто жесткий. Так, давайте-ка мы поставим 1.33. Мы сейчас попробуем вот этот ножик превратить во что-то больше. Прошлый коэффициент меня прям хорошенько порадовал. Ну, а здесь мы тоже немножечко плюсанули. Ну как, нормально так плюсуем. Короче, сейчас вот будет лайтовая ставочка. Хочу поставить что-нибудь вот такое на неограниченное количество раз. То есть вот вы, допустим, ввели, у вас $0.5 есть на балансе, и, в принципе, вы можете ставить дальше вот так вот. Вот просто жесткачом вот так вот ставишь, и, в принципе, до баксика довел, можешь вывести, можешь дальше подержать. Короче, на твое усмотрение, но вот, предположим, ты поймаешь 20 икс, выйдешь 20 баксов. То есть, ну, повести может каждому, ребята, причем вы ничего не теряете. Ну, и, скорее всего, вы можете проиграть, как и на любом другом сайте. Мы сейчас пробуем по ширпику. Я пока что не решил, что я буду делать с этим Драгонлором, друзья. Я пока что далеко от этой мысли. Буду ли я его ставить? Наверное, нет, дабы далее записывать такие масштабные и крупногабаритные, я бы сказал, ролики, где... Ну, я творю какую-то жесть, сами видите, что сейчас происходит. Я не знаю, до какого коэффициента я доведу, но условно я поставил какие-то копейки и что-то мог бы с этим сделать. Что я хочу? Ну, наверное, дойти до двоечки. И потом нужно будет делить АВП Драгонлор, потому что ставить его, ну, это самоубийство. И, кстати, сейчас я не рассчитывал, что он дойдет. В принципе, так и получилось. Вот эту ставку мне придется пропустить и, наверное, жестить. Ребята, я надеюсь, что мы сегодня с вами не проиграем этот Драгонлор. Давай. 500 баксов делаем, и все, и будет хорошо. 300 уже есть. Ребята, настроились. Лайки, боевой настрой. Я творю что-то невероятное, в принципе, за это вы любите ролики по шансу. И, в принципе, я творю контент. Все, 520. Мы хорошо забрали, прошлый ножик, который слили, отбили. Окей, что думает об этом чат? Что думает об этом чат, мне кажется? Ага, окей. Чат пока что в ауте. Чат вне зоны действия сети. Давай. Я думаю, сейчас краша не будет, но он не должен быть. Не должен быть сейчас краш. Давай шансик. Хорошо. Еще, опа, вот это принц. Конечно, плохого качества, но вот это уже принц. Мы умудрились сделать принц с ножичка. Ребята, ну, в принципе, сайтик особо, ну, вообще, то есть он не сильно развивается, то есть здесь не так много онлайна, но это огромный плюсик для нас, потому что мы можем забирать коэффициенты. У этого сайта повышенная отдача. Причем, действительно, даже если он сейчас крашнет, это ничего не поменяет. В моих словах, потому что я здесь поднимал просто нереальные суммы какие-то. Вы, в принципе, сами все видите. Да и сейчас можете посмотреть.
Ну, я вам скажу, что прикольно. Ну и сами видите, коэффициенты редко бывают что-то такое, ну типа в одной линии, где просто, наверное, коэффициентов 25, всего лишь 3 краша. Но это ни о чем. Так, есть ножик за 422 бакса. Волнительный момент, спорить не буду, но давай. Давай. Что-нибудь такое, чтобы я прям, ну прям вау. Керыч превратить в 1.31. Давай. Я не уверен, но кто не рискует, тот не снимает ролики по шансу. Нам дается один шанс, чтобы окупиться, и он у нас с легкостью оправдывается. Плюс... О! Вот так. Плюс 100 баксов. Давай дальше по этому коэффициентику. Мы сейчас пойдем. Не знаю, сколько надо сделать. Я не знаю, сколько надо сделать. Это космическая сумма для меня сейчас, вот этот ножик. О, да. Тот самый момент. Я причем чувствовал, что так будет, пацаны. Ну, не знаю, была какая-то своеобразная чуйка, я бы сказал. Ну, смотри. У нас есть что? У нас есть 1500 баксов. Естественно, я все сливать не буду. Я хочу еще роликов для вас снимать и еще. Смотри, есть ножик. Мы сейчас пробуем максимально аккуратно и четко его апать. Если я прямо сейчас этот ножик проигрываю, я вынужден буду закончить эту серию и переждать. Если нет, мы сейчас увидим, что произойдет. Капец страшно. Капец было страшно. Но мы подняли просто колоссальное количество бабла. Вы сами это видите. Так. Будем ставить с медузу. Вот будем играть на медузу, и у нас останется 1100 долларов на балансе. Жестко. Что думает об этом чат? Так. Чат идет алыном, как он пишет. Мы сейчас вот так вот аккуратно. Короче, ребята, я планирую с этой медузы поднять 1000 баксов. Либо так, либо никак. Пойдет. Глоградиент. Глоградиент, это заявочка? Это нифиговая такая заявочка. Причем он, скорее всего, сейчас дойдет до двоечки, и мы жестко проебались. Ну ладно. Ладно. Глоградиент. По сути, дойти до 2000 баксов с глачка градиента не так уж и сложно. Надо только захотеть. Вот я, честно говоря, не знаю, сможем ли мы это сделать, но коэффициент уже 5. И коэффициенты уже 6. Что я могу рассказать? Есть лидеры? Я на третьем месте по дропу, по-моему. Что за Семыч? Ё-моё. Блин, ну... Ладно. О! Сколько? 700 долларов делаем и на вывод. Договорились, сайт? Братик. Оп. Оп. Забрали. Аккуратно. Технологично. Что-то скин какой-то некрасивый. Могли бы уже 1000 забрать. 700 долларов. Ну давай опять в тот самый ножик. У нас 1117. Короче, для 1000 баксов не хватает 300. И все. И как бы победа за нами. И как бы, ну, конец ролика. Вопрос только один. Сможем ли мы добиться того, чтобы у нас получилось скрафтить этот замечательный скин, который будет стоить 1000 долларов? Уже второй раз подряд повышенный коэффициент. Причем он настолько повышен, что я бы с 10 долларов уже сделал бы 1000, и это нифига не смешно. Уже 1200 долларов условно. Слушайте, ну... Не 1200, извиняюсь, а 170, 180, 1000, это, наверное, слишком много, я перегнул, капец, конечно. Но, тем не менее, смотрите, что происходит. Сайт просто не хочет сливать своих пользователей, да и, наверное, их не осталось уже тех, кто, ну, настолько сумасшедший. Хотя я пару раз тянул до такого коэффициента, и, между прочим, вполне удачно. Посмотрите прошлые ролики на моем канале. Но пока что могу вам сказать, что... Оцените ролик лайком, если вам нравится смотреть данный проектик, и я пойму по активности, буду выпускать его почаще. Дело идет к 100x, и он спокойно преодолевает данный рубеж, причем сейчас это почти 150x, да это без вопросов, 150x, он увеличивается, и он просто начинает расти скоростью света. Что происходит? Что происходит? Почему я забрал на 1.24? Почему я не забрал хотя бы на 10x и не стал миллионером долларовым? Господи, 329x, что, прости? Ты вообще с этой планеты, сайт? Окей, 1.40. Не знаю, ребята, какие у нас шансы. Есть контакт. Это 1000 баксов, ё-моё. Ребята, что мы можем позволить себе за все эти деньги, которые, в принципе, у нас сейчас присутствуют на балансе? Я закончу этот ролик. Ребята... Извиняйте, можете на меня обижаться, но я хочу засейвить баланс на следующий ролик и потом вывести что-нибудь вообще достойное. По идее, мы дошли до принца.
Дагунгнира, но мы сегодня оставим именно принц для названия ролика. Спасибо вам большое за просмотр, вот это вот просто чумовой какой-то коэффициент. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки этому ролику, ну и до скорых встреч, пока-пока.